Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня мы будем с вами вязать летний сарафанчик. Для работы нам понадобится пряжа, я буду вязать из Ализе Дива, Миссисипи. Здесь в 100 граммах 350 метров. Можно взять аналогичную пряжу, можно однотонную пряжу, я хочу повязать вот в такой вот секционке. Также для вязания нам подойдет и Ярнард Бэби Катон или Казал Бэби Катон. Там получается на 50 грамм 165 метров. В принципе, и 175 метров, если у вас пряжа. Потом бегония также подойдет для вязания этого сарафанчика. Плотность свою вы регулируете уже сами, а я вам объясню, как вязать именно с моей плотностью. У меня получается 2,5 петли на 1 сантиметр. Все, подготовили пряжу. Берем спицы номер 2 и приступаем к вязанию. Значит, на спицы номер 2 набираем 54 петли и провязываем один установочный ряд. Сразу начнем вывязывать линию реглана и будем в этом же ряду делать отверстия под пуговички. Первая петля снимается. Далее у нас с вами 3 петли планки. А эти 3 петли будут всегда вязаться лицевыми. Далее идет у нас петли спинки. Раз, 4 петли спинки, 3, 4. Далее вывязываем линию реглана, делаем накид на себя, лицевая от себя. Далее провязываем 12 петель лицевыми. Так, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее опять провязываем линию реглана, делаем накид на себя, лицевая от себя. Провязываем 10 петель лицевыми. Это у нас будет с вами перед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее опять вывязываем линию реглана, делаем накид на себя, лицевая, накид от себя. Опять провязываем 12 петель. Это у нас будет как бы рукава, ну, бретелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Опять провязываем линию реглана, делаем накид на себя, лицевая, накид от себя. 4 лицевых. И на 3 петлях планки мы сейчас сделаем отверстие под пуговичку. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот. Далее провязываем накид, лицевая и кромочная. Кромочную провязываем изнанкой. Все, подтянули. Значит, по изнаночной стороне мы вяжем по рисунку. Все накиды провязываем скрещенными. Где у нас мы сделали накид под пуговичку, просто провязываем лицевой. Не закрываем. Нам нужно, чтобы здесь осталось отверстие. И встречаемся с вами в 3-м ряду. Вяжем следующим образом. Первую снимаем петельку, 3 петли планки. Делаем также прибавку по регланной линии еще один раз. У нас получается спинка 5 петель будет на спинку. Делаем накид, лицевая, накид. Далее у нас с вами получится 14 петель рукава. Довязываем до регланной линии. Делаем накид на себя, лицевая от себя. Далее у нас получается 12 петель переда. Также провязываем до регланной линии. Делаем прибавку. Одну петлю на себя, накид на себя, лицевая от себя. Здесь у нас получается с вами 14 петель рукава. Довязываем до линии реглана.
делаем накид на себя, лицевая от себя. И далее провязываем 4 петли, 5 петель, вернее, спинки и 3 петли планки. Все накиды в изнаночном ряду вяжем закрытыми, то есть скрещенными, и встречаемся с вами в пятом ряду. Все, провязывайте изнаночный ряд самостоятельно. Сейчас мы с вами будем закрывать бретелечки наши, ну, как рукавчики. Значит, провязываем первую петельку, снимаем, далее провязываем 7 лицевых. Раз. Так, 3 петли планки провязали, 7 лицевых. Это получается, что мы провязываем 6 петель планки и захватываем одну петлю реглана. Вот. Провязали 7 лицевых. Далее закрываем 16 лицевых изнаночными петлями. То есть провязываем изнанкой вот таким образом и накидываем. Это первое. Раз, два. И таким образом 16 петель закрыть. Закрыли мы 16 с вами петель. У нас остается одна петелька на этой спице. Далее нам надо провязать 15 лицевых. То есть мы вяжем до следующей линии реглана. Получается 15 лицевых. И провязываем. Провязываем и линию реглана тоже как бы вперед, да, она наперед у нас пойдет. И также закрываем 16 лицевых изнаночными петлями. Опять покажу вам, да, провязываем первую изнаночную, вторую. Ну, закрывайте так, как кому удобно. Я закрываю таким образом. Одна получается петля закрыта. 2, 3 и далее закрываем 16 петель. Мы закрыли 16 петель, и у нас на спицах остается все равно одна петелька. Далее мы должны с вами провязать 6 лицевых, ну, в суммаре получится 7, так же, как и с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот, получается 2, 4, 6, 7 петель. То есть одна, которая была у нас на спице, и плюс 4 лицевые. Далее вяжем 3 лицевые планкой. И изнаночная. Изнаночный ряд провяжем вместе, потому что мы в нем будем добавлять под рукавчики петли. Следующим образом. Первую петельку снимаем. Далее провязываем 3 петли планки. Она у нас всегда вяжется лицевыми петлями. Далее вяжем 7 изнаночных. И нам нужно будет прибавить 5 петель. Прибавляем следующим образом, не накидами. Делаем вот такую петельку и накидываем на спицу. И так делаем 5 раз. Прибавили. Далее провязываем следующие петли изнанкой. Здесь постарайтесь петельку подтянуть для того, чтобы тут не так сильно у нас было, ну, небольшое было отверстие. Так, перед петли переда провязываем и после этого также прибавляем 5 петель. Так. Таким же точно образом. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем оставшиеся петли. Три петли планки и изнаночная, кромочная. Все, мы с вами отделили вот эти бретелечки, сделали, прибавили
под ручку добавили петли. Давайте сейчас два ряда провяжем лицевой гладью, то есть один ряд лицевой и другой изнаночной. И встретимся и сделаем примерочку на куклу. Давайте померим на куколку. Мне будет помогать моя Клавушка. Ну вот как у нас получается. Получается очень даже замечательно. Угу. Вот. Вот как у нас получилось. Сейчас с вами мы должны будем просто провязать вниз еще 12 рядов. И не забываем при этом через 9 вот таких вот полосок, да, платочной вязки сделать прибавку, сделать накид для отверстия для пуговичек. Вот. Давайте провяжем длину нашего сарафанчика, да, вот до талии самостоятельно. По моей плотности это получается 12 рядов, а у вас должно получиться 2, 1, 2, 3 сантиметра. И давайте встречаемся. Так, все, закончили, провязали. Давайте посмотрим, сколько сантиметров. Девочки, у меня сантиметр, как заметили, да, он отрезан, кот покушал. То есть у меня вот с 11 начинается. Если посмотреть, то здесь приблизительно, ну, практически 15 сантиметров. Ой, 5, господи, 5 сантиметров получается. Ну, вот 4,5 сантиметра до талии. Ну, будет, если 15, ничего страшного. Смотрите по своей плотности. У меня вяжу плотненько. И, как видите, вот так вот у меня получается. Так, что у нас сейчас? Мы с вами должны будем сейчас соединить изделие в круг. Замкнуть, то есть, да, как мы это делаем? Берем обязательно вспомогательную спицу. Далее мы с вами поделим это петли пополам. Ну, я всегда делю на глаз. Вот таким образом. Кому легче, переносите петли на там 3-4 спицы. Вот, поделила пополам. Подтягивая вот эту. Видите, это вот рабочая была у нас, да, как бы спица. Подтягиваем вторую. Вот, подтянули. Далее переводим 4 петли на вспомогательную спицу. Это вот получается кромочная. Кромочная и 3 петли планки с дальней спицы. 2, 3. Смотрим, что у нас петли для пуговиц на этой планке. Значит, эта планка должна быть сверху. Получается, что в данном случае мы вот эту вспомогательную спицу переносим вот сюда вперед. Вот таким образом. И тогда у нас планочки вот так вот друг на друга наложатся. Далее берем нашу нить. Так, подождите, тут нить не вытащила. Вот наша рабочая нить. Она должна быть здесь, сзади. То есть сзади всех спиц. Это, повторяюсь, да, переносим вот так вот вперед. Все, и сейчас заднюю спицу мы вытягиваем. Вот таким образом. И у нас с вами вот такая вот конструкция получается. И сейчас мы провязываем по 2 петельки вместе лицевой. Захватываем эту петлю, эту, и протягиваем. Вот так. Опять петлю с первой спицы, вспомогательной в данном случае, потом петлю со второй спицы и провязываем 2 вместе. Опять провязываем, берем первую петлю с первой спицы, со второй провязываем 2 вместе. И опять-таки первую петлю со второй. Вот и провязываем 2 вместе. Все, мы замкнули. Вспомогательную спицу убираем. Она нам уже не нужна. Далее, что я делаю? Смотрите, для того, чтобы для симметрии, нам нужно вот эти 2 петли перекинуть как будто бы назад. Да, сделать начало ряда со второй петли. Что я делаю? Я просто так вот 2 первые переношу сюда. Здесь вытягиваю леску. И
отправляю 2 петли назад. Все, вот у нас с вами получилось, что вязание, начальный ряд у нас уже будет посередине планки. Вот, смотрите, как должно получиться. Тут не переживайте за то, что петельки немножко вытянулись, подтяните ниточку, петли встанут на место. Что делаем дальше? Эти две петли, которые мы пересняли, да, они же у нас уже провязаны, то есть мы их оставляем на этой спице. Что делаем? Провязываем просто один ряд лицевыми петлями, это просто так, один ряд. Далее, следующий ряд мы провяжем с вами изнаночными петлями. Этот ряд, еще раз повторяюсь, лицевыми, и следующий ряд круговой, и изнаночными. И встретимся. Провязали мы с вами лицевой и изнаночный ряд. Вот такая вот у вас как дорожка должна получиться. И сейчас мы с вами провяжем, как, не знаю, кулиска, да, можно назвать, для того, чтобы вставить сюда поясок. Что делаем? Берем и провязываем следующим образом. Две лицевые вместе. Кому как нравится, можете вправо, влево, разницы не имеет, не играет значения. Накид. И так до конца ряда. То есть 2 вместе, накид. 2 вместе, накид. У вас должно быть вообще на спицах 43 петли. Давайте провяжем 2 вместе накид до конца ряда. Я вам покажу, как провязать 2 вместе накид в конце тут. Так, вот мы дошли до конца ряда. И у нас с вами остается 3 петли. Что делаем? Провязываем 2 вместе лицевой. Делаем накид, провязываем лицевую и опять делаем накид. Так как у нас с вами было 43 петли, а раппорт узора, вперед как бы забегу, у нас идет 5 петель, да, изначальной. Поэтому нам с вами нужно как-то постепенно прибавить 2 петельки, чтобы 45 делилось на 5. Поэтому у нас, чтобы получилось 9 раппортов узора. Поэтому мы вот эту вот дорожку и используем для того, чтобы прибавить одну петельку. Вот, одну петельку прибавили. Разворачиваем, да, вязание. Вот так. Не забываем, что здесь у нас накид. И провязываем этот ряд полностью просто лицевыми. А накиды провязываем также лицевыми, открытыми, для того, чтобы у нас здесь сохранились отверстия. Так, провязали ряд лицевыми петлями. Сейчас наша задача завершить эту кулиску и провязать ряд полностью изнаночными петлями. И после этого начнем с вами формировать клинья нашей юбки. Провязали, все, закончили вязать кулиску. Начинаем вывязывать клинья для нашего платьишка. Для этого, значит, клинья у нас состоит из 3 петель, вообще узор из 5 петель. Значит, как мы распределяем петли? На спицах сейчас у нас 44 петли. Для узора нам нужно с вами 45, поэтому в конце этого ряда мы сделаем одну прибавку. Смотрите, сначала вяжем как? 1 изнаночная, 3 лицевые. Далее 2 изнаночные, 3 лицевые. Опять 2 изнаночные. 3 лицевые. И так до конца ряда. В конце ряда покажу, как сделаем прибавку. Вот мы с вами дошли до конца ряда. У нас на спицах осталось 3 изнаночные. И по идее вы должны их провязать 3 лицевыми. Но для симметрии узора мы должны с вами добавить еще одну петельку. Мы ее добавим из петли предыдущего ряда. Вот мы вязали изнанку. Вот эту петелечку мы вот так поддеваем, набрасываем. И провязываем лицевой. Смотрите, у нас было тут 3 лицевые, 2 изнанки. Мы одну лицевую провязали, потом у нас должно быть еще 2 лицевые. В суммаре должно быть 3, да, получается 3 лицевые. И завершаем этот ряд одной изнаночной.
Все. Далее начинаем потихоньку расширять наши клинышки. Вначале вяжем одну изнаночную. Далее вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Две изнанки. Опять лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, две изнаночные. То есть мы в клине делаем две прибавки, получается, при помощи накида. Так мы провязываем до конца ряда. После этого мы должны с вами будем провязать еще два ряда лицевыми петлями. То есть получится у нас в первом ряду, вот в этом мы прибавляем. После этого провязываем еще два ряда и встречаемся. Провязали с вами два лицевых ряда. Нам нужно провязать еще один лицевой ряд. Вяжем по узору. Значит, у нас получается изнаночная, 5 лицевых, 2 изнанки, 5 лицевых и так далее. То есть вяжем по узору 2 и еще один ряд. Провязали мы с вами на еще один ряд. И смотрите, в этом ряду опять мы будем делать расширение в клине. Расширение, как вы увидели, мы делаем по центру относительно центральной петли клина. Давайте еще раз покажу, как это мы делаем. Изнанка. Провязываем первая петля изнаночная. Далее уже сейчас будут 2 лицевые. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть изнаночные петли мы вяжем никак ничего не меняя, то есть вот так вот по 2 изнаночные, да, между клиньями. А клини расширяем за счет прибавок наших при помощи накида, при помощи прибавок в каждом четвертом ряду. То есть последовательность такая. Вот сейчас мы с вами сделали прибавки, да, а потом провязываем 3 ряда по узору. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды также провязываем лицевыми. И таким образом мы делаем накиды в каждом четвертом ряду. Нам с вами нужно провязать и сделать, расширить клинья 9 раз. То есть сделать вот такие прибавочки 9 раз. Я думаю, что это очень легко. И это вы сможете сделать самостоятельно. Поэтому давайте провяжем самостоятельно 9, сделаем прибавок. Одну мы уже сделали, вторую только сейчас еще раз я вам показала. И еще 7 вот таких вот прибавок после в каждом четвертом ряду, я думаю, вы сделать сможете самостоятельно. И после этого мы с вами встретимся. Все, мы провязали нужную длину. Если кто хочет подлиннее, продолжать прибавлять к линии, расширять в том же ритме, и у вас получится более длинная и более пышная платьишко. Так, вот смотрите, как должно было у вас получиться. Как видите, да, прибавки идут относительно, как я и говорила, центра петли. Прибавляем до петли центра и после петли просто обыкновенным накидом, и потом провязываем просто лицевой накид, делаем открытый, чтобы было видны дырочки. Кто хочет, может провязывать скрещенные накиды, тогда у вас просто получится ровное полотно без вот такого маленького мелкого ажура. Все, я длину вывязала. У нас, значит, получилось 9 прибавок. После прибавки здесь также провязали 3 ряда лицевой гладью, лицевыми петлями. И сейчас нам надо закрыть платьишко. Все, закончим на этом. Закрывать мы будем изнаночными петлями, как мы закрывали с вами рукавчики, ну, бретелечки. То есть, что делаем? Провязываем изнанку, следующую петлю тоже изнаночной, и протягиваем. Опять изнаночная и протягиваем. Опять изнанка и протягиваем. А так полностью закрываем до конца ряда и встречаемся.
Все, наш сарафанчик с вами готов. Осталось только убрать ниточки и пришить буковки. Давайте померим на девчушку. Я и шортики не снимаю, бриджики. Штаны у меня стоят в другом наряде. Вот что у нас с вами получилось. Вот такое милое платьишко. Вот оно. Смотрите. Здесь можно будет сделать поясок еще. И все, образ будет завершен. Все, на этом буду с вами прощаться. Всем пока-пока!